Отечественные лодки не заканчиваются только теми, о которых мы рассказали. Есть вот прямо целый настоящий аллигатор. Расскажите нам, пожалуйста, про аллигатора. Прямо, кстати, похож реально. Всех приветствую. Находимся на выставке «Охота и рыболовство на Руси 2024». Привезли свой флагманский образец 650-го «Раптора». Это линейка без поддува. У нас еще также имеется линейка «Иксейр», которые идут с поддувом под днище. С поддувом юбки, да? С поддувом под днище. Это у нас, как еще раз скажу, это флагманская модель в очень хорошей, богатой комплектации, на теплых опциях. Утепленный тент, усиленная чешуя, защита от обледенения винта, вибаста в салоне стоит, то есть на 2 киловатта, до минус 30 можно с комфортом эксплуатировать всей семьей. Это максимально надежная утилитарная техника, с которой можно загрузиться как с семьей на путешествие, так же и с друзьями на рыбалку или в коммерческих целях. То есть это довольно-таки универсальная техника. Ну и, соответственно... Где вы находитесь? Мы находимся в городе Красноярск, удаленно, очень клиентоориентированы. Это большой конструктор. Учитываем любые пожелания заказчиков, соответственно, можем выслушать и изготовить аэролодку по индивидуальному заказу. Какой двигатель здесь стоит в базе? Здесь стоит двигатель Honda J35. Это контрактные двигателя, полностью обслуженные, с пробегом до 50 тысяч километров, 280 сил. Лодка крейсерская, скорость 80-90 км в час при средней максимальной нагрузке. Максимальная скорость у этой лодки установлена 144 км в час на воде, один пассажир и 50 литров топлива в баке. С таким двигателем, я так понимаю, цена 3 миллиона 800, правильно я понимаю? С таким двигателем, ну то есть это уже он будет в базовой комплектации, это будут такие же мощностные показатели и ходовые характеристики, но это будет базовая комплектация, не оснащенная теплыми опциями, усиленной чешуей и так далее. 3 800 это уже итоговая цена с дополнительными опциями. Это уже полностью нафаршированный аллигатор. Да, базовая комплектация стартует от 3 миллионов 50 тысяч рублей, точно такая же лодка, только в базовой комплектации. То есть получается, православный праворульный двигатель или праворульный аллигатор? На самом деле правый руль – это доп. Опция. Вот в стандартной, да? комплектации здесь оснащается 4 места. Одно посадочное место и рулевая консоль посередине располагается. А, вот так. То есть вот так вот правый руль – это уже у нас дополнительная опция. Ну, на самом деле, в Красноярске я был много раз, и там нет, конечно, такого засилия праворульных машин, как в Владивостоке. Все-таки там не так все печально. Ну да. Я бы сказал, наверное, 50% максимум, если не меньше. Ну да. Вот. Да. Все-таки это ближе к западной части. Ну, посерединке, наверное. Там Новосибирск считается теоретически посередине, наверное. Ну, на самом деле, посередине мы находимся. Все-таки Красноярск, да. Все-таки как-то принято столицей Сибири считать Новосибирск. Новосибирск, да. Хотя, да, все-таки... По населению покрупнее будет. Да, Красноярск прям фантастический город. То есть, помимо того, что там очень красивые девушки и Енисей, я просто это запомнил, у меня до сих пор это из головы не выходит. Я тогда своим ходом приезжал прямо на мотоцикле из Москвы до Владивостока, соответственно, через Красноярск и назад. Вот, поэтому спасибо вам огромное. Мы вам желаем продвижения, успехов. Спасибо. Вот, приятно, что столько много компаний хороших. Вот, ну а себя вы увидите сегодня, видео выйдет сегодня. Круто, спасибо. Да, журнал «Мотор». Спасибо еще раз. Прямо дизайн вообще все прям круто, здорово. Хорошая машинка.